Друзья, смотрите, вот показываю вам модель SVX-01. Такой вот мотор-колесо. Так, как вам показать-то? Во. Это вот внутри корпуса. Такая железная, как обойма железная, запрессована с мелкими зубчиками. И там подшипник 6001 RC. Ну, подшипник хороший. Я уже посмотрел, он крутится. Так, убираю колесо. Значит, крышка колеса. Вот эта крышка была на нем такая. Крышка со звездочкой. Звездочку прям не снимал. Вот здесь вот винтики были. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Пять или шесть. Шесть штук. Просто выкрутил. И она снялась. Тут тоже подшипник. Подшипник 6603. Ну, 6003 RC. Короче, я его снял, посмотрел, там такое вот безобразие. В общем, вода попала. И все, он там заржавел. Короче, надо менять. Заказал на Алиэкспрессе. Две штучки уже. Так, тут у него, по-моему, 17 внутренний. 30 на 10, что ли. Так, прокладочка стояла внутри там. С той стороны. Здесь стояла вот шайба такая. А это закручивался уже сам мотор. Так, с крышкой все ясно. Теперь сам мотор. Значит, вот такой он вал полый. Внутри тут отверстие. Крутится. Короче, вот это обойма. Обойма с магнитами вокруг этого. Вокруг железа с намоткой. Пластиковые шестерни. Смазка на них уже высохла. Они были без смазки. И вот это, я понял, такая обгонная муфта. Ну, тут, в принципе, все в порядке. Тут я даже не разбирал. Что-то ее разбирать, смотреть. Оно было внутри там. Ну, было немножко коррозии. Коррозию я почистил. Самое интересное, здесь вот был... Здесь вот шел кабель, да, который здесь был отрезан заботливым продавцом. А здесь, в этом месте, вот видите тут, где выход, здесь он был закусан почему-то. То есть вот эта вот алюминиевая шайба, которая одевается как бы сверху на вал, да, она почему-то его, этот кабель перерубила. То есть я тут отсюда просто как бы раз и достал. Получается, он так и это, не был там в нем никакого контакта. То есть отверстие, которое было в этом, в алюминиевом, в этой шайбе, оно было не напротив. Тут видите, я тут уже раз это рассверлил, чтобы оно пошире было, чтобы мне кабель-то просунуть сюда. И как так получилось, я даже не представляю, как так могло получиться. Даже это. Потому что кабель, по всей видимости, продевается после того, как оденется вот эта шайба. Потому что, как бы, если кабель сначала продеть, а потом одевать шайбу, то она окажется под ней. А так, получается, сначала одели шайбу, потом вал. Если только могло такое случиться, если только вал. Вал провернулся, как бы, относительно железа. Относительно вот этой шайбы. Относительно железа. Как-то уже после. Но дело в том, что я пробовал как бы добить по этой шайбе, думал, она как бы может сдвинется. Не, ничего подобного. Вообще она даже под действием там молотка, она как вкопанная тут стоит. В общем, я так и не понял, почему этот мотор, ну, как бы этот, такой закусанный был кабель. В общем, отрезал я его, этот кабель. Приобрел новый, похожий. Тут три таких толстых провода. Зеленый, желтый, синий и
5 или 6 штучек вот тоненьких. 6. И здесь то же самое. Значит, 3 толстых вот они. Видно, что отрезаны, да, идут дальше тут они в спайке. И вот эти тонкие провода на 3 датчика холла. Вот. Один датчик, второй и третий датчик. Значит, моя задача какая? Во-первых, просунуть сюда вот этот кабель новый, да? Потом здесь все это дело раздербанить, разрезать, эту, снять вот эту всю веревочку. Тут, которые спайки, их заново спаять уже с новым кабелем. Проверить все-таки датчики холла, как они работают, не работают на всякий случай, да? И припаять тонкие провода к этим датчикам. Ну и на этом, в общем-то, все. Собрать, так смазать и собрать обратно. Поэтому сейчас приступаю. Велосезон уже вот-вот. Снег уже тает. Скоро пора выезжать. Так, ну смотрите, получается вот 3 датчика, да? Значит, крайний от меня правый, с каждого датчика идет это как бы плюс. Вот он, красный. Потом средний идет это черный, это значит минус. И еще 3 провода от каждого датчика идут это как бы сигнальные провода. Вот они, желтый, зеленый, синий. Только как вот это все дело проверить? Я даже это не представляю. Как тестера может как-то проверить. Рабочие они, не рабочие. Самое интересное, что они у меня есть. Я когда ручку газа отремонтировал, там точно такой же стоит датчик. Купил 10 штук на Алиэкспрессе. Вот он такой маленький. Сейчас я вам попробую через лупу показать. Видно будет, не видно. На камеру. Ну, в общем, видно. Но надписи не видно. Так, что там на нем написано? Что-то 49Е 87 58 С или Г. Так, может его тестером попробовать. Как-то прозвонить. Так, поставлю диоды. Так, между крайними ногами. Так, в одну сторону 0, в другую 0,705. Так, да. Между крайней правой и средней 0,637. Между левой и правой 0,5. А так 0,8. Короче, ничего не понятно. Как так проверить? Никак не проверишь так. Так, может туда просто вот минус, плюс-минус 5 вольт подать. Да тут на этих концах померить. Что будет? Покрутить так вот и померить. Будет меняться, не будет. Так, в общем, смотрите, я соединил. 5 вольт, значит, минус, плюс. И 3 контакта у меня вот болтаются от этих датчиков. Ну, скажем, синий. Проверю, да? Начинаю крутить. Тестер видно? А, и вот в момент, когда магнит как бы меняет полюс, тут кратковременно появляется, вот 5 вольт появляется. Потом сразу пропадает.
как только, ну вот на стыке магнитов. Вот сейчас было. Потом пропало. Ноль. Раз было, опять пропадает. В общем, также вот каждый три провод я проверил. Каждый из трех. Вот такая вот ерунда происходит. По всей видимости, значит, ну, будем считать, что они рабочие, раз у всех от трех одинаково, вот такая вот ситуация проявляется. Постоянки нету, а как бы получается в момент переключения как бы магнита, да, происходит импульс 5-вольтовый на выходе на этом сигнальном проводе. Так, ну, наверное, будем считать, что я проверил. Рабочие. Идет потихоньку. Ну вот, почти вылез. Так, дальше. В общем, ничего сложного. Дело техники. Мощный паяльник. Три силовых провода, зеленый, желтый, синий. Желтый к желтому, зеленый к зеленому. И здесь тоненьких три проводочка соединить. И эти плюс-минус. Обратно все поставить на место аккуратненько. И все дела. Ну вот, друзья, спустя где-то часа, наверное, полтора, проводочек за проводочком я каждый припаял. Один вот лишний остался, белый. Но он тут был в проводе. Запасной будет. Сейчас найду эту нитку, такую белую, и все это дело затяну. Но потом надо будет попробовать, как вообще будет работать, не будет. Потому что контроллер у меня есть, аккумулятор у меня есть. Осталось только тут все соединить и проверить перед сборкой. Так, друзья, принес я эту контроллер этот. В общем, нет у меня слов. Ну вот купил человек, да, вот мне не разбирается он, купил. И что, куда тут ему включать? Вон сколько проводов. Тут на коробке есть, вроде как написано. Но все на китайском, блин, ну. И как вот быть человеку? Не, ну вы китайцы, если вы продаете там, да, вот, в Америку там или в Россию, ну, бумажку вложите, что? Что куда там, да? Какие там три провода, куда, допустим, идут? Чтоб человек купил, достал, посмотрел. Ага, так, вот, допустим, три провода. Зеленый там, а желтый, синий, да? Это вот фаза, допустим. Все, почитал, посмотрел там, да? Красный, допустим. Черный, это питание там, к аккумулятору надо, вот. Чтобы инструкция была. А так... Ну вот как ты вот догадаешься, вот что куда включать. Ну вот фишка, видно, что тут это, видимо, эти датчик холла, красный, черный, три провода, вот. Ну это я как бы знаю, потому что я уже разобрал мотор, да, я уже понимаю, что куда чего включать. А человеку как быть? Вот где ручка газа, где вот, куда вот ее тут втыкать? Вот. Еще какой-то коричневый, вот еще коричневый. Два коричневых. Что это за это? Что? Куда это? Что? Как с этим вот вообще быть? Я не понимаю. Был у меня вот такой предыдущий случай. Я тоже покупал там контроллер, колесо все вместе, этот там ручки газа, там все. Все в комплекте. Ну и мне что-то это самое. Я вот посмотрел, там инструкции тоже не было. Я, короче, что взял? Так, я думал, ну, значит, синий-красный, да? Это плюс-минус, а это, думаю, ну, вот три фазы. И как зарядил ему, короче, он подергался, и все, и кирдык. Я пишу этому самому продавцу, я говорю, вот, ну, прислали, он мне не работает. Типа, я ему сейчас такой, он, короче, взял мне продавец, прислал другой контроллер. Вот на нем, на том контроллере уже было написано, тут бумажки было, значит, три фазы. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Это питание, все было подписано. Ну, что, друзья, вот из Китая нельзя сразу? Вот сразу нельзя так, значит, это
подписать все, что было. Как вот человек получил, открыл и довольный, счастливый. Или вот он должен тут мучиться, значит, разбираться, что куда. Просто слов нет уже. Все, друзья, этой веревкой я затянул. В общем, как оно тут вот и было прямо с завода. Вот так вот. Все держится, ничего не это. И вытаскивается. Я думаю, что там может еще в это герметик туда нагерметить. Чтобы было как бы. Так, ну что, друзья, пробуем. Ручку газа вот. Нашел старую. Все, значит, подсоединил. Аккумулятор. Тут плюс-минус. Вот этот красный с оранжевым надо соединить. Это как включение получается. Газ, значит, здесь, на этой клемме. Черный, зеленый, красный. Датчики холл тут понятно. Повтыкал. Три фазы. Все, пробуем. Я, честно говоря, уже попробовал. Работает. Давайте я вам покажу сейчас тоже, как он крутится. Вот это максимум. Крутится, в общем, вот этот коричневый обод с магнитами. А эта штука, получается, стоит. В общем, ура! Ура, все работает. Все работает. Жду подшипники и собираю обратно колесо.